В русском языке все называется сухо и просто числа. А что для нас значит слово пустыня в пустыне? Ну, может быть, кто-то вспомнит старые фильмы приключенческие. А где там в пустыне, все сухо. Сплошная катастрофа. Асон эхад гадол. Но в иврите все не так. Авал бейврит зе ло каха. Бамидбар в пустыне. Бамидбар. Мидбар созвучно слову медабер. Мидбар мила ше дома ше ашорешала меа мила медабер. Медабер говорить. Медабер зе ледабер. Но с кем же говорить в пустыне? Авали ми ледабер бамидбар. Знаете, как сам с собою тихо я веду беседу. זה כאילו אני מדבר עם עצמי בשקט. Но сам с собой, конечно, с умным человеком хорошо говорить. אבל כשאתה מדבר עם עצמך ואתה חכם, זה טוב לדבר. Но, наверное, при таком разговоре новая информация вряд ли поступит к вам. אבל כנראה שבשיחה כזאת לא תקבל מידע נוסף חדש. В пустыне говорили с кем-то особенным. במדבר מדברים עם מישהו מיוחד. Знаете, в жизни каждого из нас бывает время пустыни. אתם יודעים, בכל אחד אצל כל אחד בחיים יש רגע של מדבר. Когда мы остаёмся наедине. כשאנחנו נשארים לבד. Но если у нас есть взаимоотношения с Творцом. אבל אם יש לנו מערכת יחסים עם אלוהים. Мы остаёмся не наедине с холодильником и своими печальными мыслями. אנחנו לא נשארים לבד עם המקרר ועם המחשבות העצובות שלנו. А наедине с тем, кто всегда видит нас. אלא בלבד עם מי שתמיד רואה אותנו. פוסטיניה. מדבר. место встречи человека и Бога. מקום היפגשות של אלוהים ואדם. И вот народ Божий оказывается в пустыне. והנה עם אלוהים נמצא במדבר. вышли из рабства. יצאו מעבדות. Возможно, кто-то из них предполагал, что изменения произойдут быстро. יכול להיות מישהו חשב ששינויים יקרו מהר. Но знаете, как там в Египте, в микроволновку рыбу засунул, уже готово. Но на деле 40 долгих лет. Говорят, эта глава, это недельное чтение связано с ближайшим нашим праздником. Праздником дарования Торы. Хаг Матан Тора. Тора — это то, что было сказано в пустыне. Тора — это то, что было сказано в пустыне. Сказано народу Божьему. Неймал лям, лям Элоим. Для того, чтобы выйти путь, выйти и найти путь из рабства к будущему. Кедей лацет מעבדות ולמצוא את הדרך לחירות. И здесь происходит одна важная вещь. וכאן קורה דבר אחד חשוב. Моше и Аарон распределяют народ. Моше ואהרון מחלקים את העם. Они распределяют их по определенным зонам влияния. הם מחלקים אותם לפי שטחים, שטחי השפעה. И каждый в народе посчитан, кроме левитов. וכל אחד בעם הוא מחולק וסופרים אותו חוץ משבט לוי. Здесь у нас есть с вами уникальная историческая ведомость. כאן יש עדות עתיקה מיוחדת. Где перечисляется 625 550 мужчин. שבו סופרים 625 000 гварим. Сегодня не каждый так точно посчитает количество людей в городе. Но там важна была точность и точное распределение. Почему? Лама. Я думаю, что одна из важных вещей — занять
нужное место в плане Божьем. אני חושבת שאחד הדברים החשובים זה כדי לתפוס את המקום הנכון בתוכנית של אלוהים. В 3 главе, 10 стихе здесь сказано. בפרק 3, בפסוק 10 נאמר. Аарон уже и сынам его поручи, чтобы они соблюдали священническую должность свою. А если приступит кто посторонний, предан будет смерти. 3 глава, 10 стих. ואת אהרון ואת בניו תפקוד ושמרו את כהונתם והזר הקרב יומת. Разделение по коленам не было случайным. החלוקה בשבטים לא הייתה בטעות. Каждое колено представляло себе свою ментальность. כל שבט הראה את הייחודיות שלו. Свои уникальные способности. Это кишурим, что Элохим натан лаим. И, возможно, они кардинально отличались один от другого. Ве-холит, шем аю шоним эхад ме-шени. И Бог дает всем определенное место, какое они должны занять. Ве-Элохим мави ле-кол эхад маком, шеу цирих лакахат. Не напоминает вам ничего в современном мире? Давар ба-олам, а-модерни? В современном мире мы смотрим, сколько много разных конфессий, сколько много разных направлений. בעולם המודרני אנחנו רואים כל כך הרבה מסלולים ודרכים. Иногда нам хочется по-человечески, чтобы мы все были некой вот одной такой массой. לפעמים אנחנו רוצים שאנחנו נהיה פשוט חלק אחד גדול של האנושות. Но мы же все верующие. אנחנו כולנו מאמינים. Нет, Бог отделяет каждого в зависимости от того призвания, которое у него есть. לא, אלוהים מפריד כל אחד לפי ה... קריאה שאלוהים נתן לו. И один не хуже другого, и не лучше другого. ואף אחד לא יותר טוב או יותר גרוע מאחר. Но один призван идти впереди. אבל מישהו נקרא ללכת מקדימה. Другой сбоку. מישהו מהצד. Третий сзади, это тоже важно. מישהו מאחור, וזה גם חשוב. Но их кое-что объединяет. אבל משהו מאחד אותם. То, что по центру. מה שבאמצע. А по центру Господь ставит левитов и скинию. באמצע אלוהים שם את הלווים ואת המשכן. Мы до того момента в стане Божьем, пока нас объединяет нечто более важное, чем просто наши уникальные возможности. מאחד אותנו הדבר המיוחד והחשוב. Пока у нас в центре Господь. עד שאלוהים באמצע, אנחנו לא מאוחדים. Пока у нас в центре, я скажу, Израиль, как место встречи человека и Бога. Мы находимся в этой связке. Разные, но призванные к одному. И следующее очень важное откровение, которое там происходит, Бог говорит Моше о выкупе. והתגלות חשובה שקורית שם. אלוהים אומר לו, משה, תקנה. Что за определенных людей нужно сделать выкуп. על אנשים מסוימים צריך לעשות, לקנות. Выкуп за левитов. צריך לקנות את, על הלווים. לעשות קנייה על הלווים. И говорится их число. ונאמר המספר שלהם. И это тоже нам что-то напоминает. וזה גם מזכיר לנו משהו. Проходит тысячи лет. עוברים אלף שנים. Приходит Ешо. מגיע ישוע. И мы видим, что он тоже собирает определенных людей. ואנחנו רואים שגם הוא אוסף אנשים מסוימים. Тоже разных. גם אנשים שונים. И Писание говорит, одних ставит апостолами. והכתובים אומרים שחלק הוא שם כשליחים. Кого-то учителями, пасторами. Мишу ке морим в рое кейла. Кого-то пророками. Мишу ке неви. Кто из них важнее? Ми ото хашув. Тот, кто их туда поставил. Миша само там шам. Тот, кто по центру всего этого. Миша бемца кользе. И одно из мест Писаний, когда евреям пишет Рав Шауль. במקום נוסף, איפה ש... רב שאול כותב לעברים. Люди спорят, кто автор этого послания, но мы скажем пока Рав Шауль. אנשים מתווכחים על מי
מי כתב את הירת הזאת, אבל כרגע נגיד שזה רב שאול. говорит, вы же приблизились к горе Сион. אתם אלה שהתקרבתם להר ציון. к городу живого Бога. להר אלוהים חיים. небесному Иерусалиму. לירושלים הקדושה. к мириадам ангелов. к мириадам ангелов. להרבה מלאכים. к праздничному собранию Божьих первенцев. к праздничному собранию Божьих первенцев. Чьи имена записаны на небесах. Послушайте, даже если мы сейчас в пустыне, наши имена записаны на небесах. השמות שלנו כתובים בשמיים. У нас есть место в его плане. יש לנו תפקיד בתוכנית שלו. Даже если песок уже скрипит на зубах. אפילו גם אם החול מרגישים אותו בפה. У него есть место для тебя и меня. יש לו מקום בשבילך ובשבילי. Вопрос, хотим ли мы его занять? השאלה זה האם אנחנו רוצים לקחת אותו. Или мы хотим бегать между флагами этих колен? או שאנחנו רוצים לרוץ בין דגלי השבטים? Оббивать колени снова и снова в поисках невероятного откровения. לחפש שוב ושוב את ההתגלות הגדולה. Откровение дано уже давно. ההתגלות כבר ניתנה לנו מזמן. Ты и я, мы призваны к тому, чтобы идти за Богом. אנחנו נקראנו כדי ללכת אחרי אלוהים. И однажды мы выйдем из пустыни. ויגיע יום שנצא מהמדבר. Аминь.